Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardest Set Info. Сегодня я вам покажу, как на телефоне Motorola G14, точнее Motorola Moto G14, включить режим энергосбережения. Чтобы на данном устройстве включить режим энергосбережения, у нас есть два способа. Первый из них — это перейти в панель задач, то есть свайпать наверху. И сразу же здесь мы увидим отключить, вот включен у нас режим энергосбережения. Чтобы его включить, мы просто нажимаем на данную иконку и нажимаем включить. Все, как видим, мы включим режим энергосбережения, он включен здесь и также показывается на батарее. Но мы сейчас его включаем, чтобы включить его заново другим способом. Входим в настройки, после чего свайпаем вниз и видим здесь батарею. Сходим в батарею. И здесь же мы увидим ниже расход заряда батареи, режим энергосбережения. Заходим в этот раздел, и наверху мы включаем режим энергосбережения. Все, режим энергосбережения включен. У нас, так как мы настроили, чтобы в режиме энергосбережения у нас включалась темная тема, ограниченная работа в фоновом режиме, режим энергосбережения включен на темную тему. Можем его, конечно, выключить, чтобы было нам удобнее. Все, на данный мы все показали. Режим энергосбережения включен. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки.